Ты маг за зениткой, что ли? Я да. Слушай, тут меня бомбанули так нормально с дредолом, я, пожалуй, свалил. Что-то 5 хп осталось, а не 4. Да, текай, я на танке. Слушай, а можно встать же? Тут же вон еще есть одна зенитка. Тоже нормально вроде. Нет, связь обязательно, 100%, туда даже без разговора. Без обсуждения, вернее. Да, у них какой-то мастер крепостного оружия играет. Тут даже не обсуждает, связь обязательно. Потому что мы... Во-первых, а как без связи? Не малолетние, как бы. Все очень взрослые люди, и как бы нам нужна связь для игры. Единственный, кто без связи играет, это мой участок. В отряде у нас Сербир 4, это модератор мой на Твиче. Он только без связи играет. Остальные все со связи. Пацаны на гольфе. Ага. Я один, блядь. Так никого нет. Я один не поеду туда. Пометил там одного. Самолеты есть у них? Есть. Бомбер. Второй тоже. А нет. Одного убил, второй нет. Причем бомбер противотанковый. Забрал одного. Все, поехали. Заходим. А еще самолеты есть, нет? Не знаю, я больше не видел. Есть двухместный. Вот без обиды. Скажи, зачем иметь друзья, если не играть по связи? Для чего? На количество не надо. Тут как будет 5 человек, но на связи. Ой, они в башне все. Ага. Достаешь? Нет. Наверху. А вон кто-то пикает. О, я забрал одну. Погнали, да. Аж какая карта после этой? Локер. Лес. О, отлично, локер. Все, понял. Нам говорит, не только ваши спить команды спамят, пойти на это посрать. У нас координация действий на связи. Троп на это. Вижу, да. Забрал. Блять, мне даже не дали помощь в бою. Ладно. О, Кирюха, ни хера малорик вообще, наверное. Смотри, 12 тысяч набрал. Он всех чистый, все, нормально играет. Достаточно. Seht ihr, das ist einer ihrer Soldaten. Он да побежал. Вина справа. Ну, вот, пехоту собрали. Да. Опа. Стационары. Он сбежал. Там, смотри, за крепостным орудием сидит чувак на альфе. Он стреляет сразу, попадает. Без да, пострел. Это нормально, там придрочиться может. Ну он кость, это наш ледник. Но я не знаю, Макс, вот ты сразу сядешь и на максимальное расстояние не отстрельнешь. Ну, так ты прицеливаешься не с первого раза.
Так он с первого стреляет, у него промаха. We have lost objective butter. Вот в чем дело. Я видел таких чуваков, кстати, которые нормально стреляют. Ну, есть щит, который показывает, куда прицеливаться. Это в четверке был такой, да, помню. Я вот могу поверить. Стреляют в башню прилетает. Так, что мы там Б потеряли? Ну, мы Альфу, я думаю, что мы поняли. Друзья, не достреливай его. Нет, ты хрен попадешь. Мы потеряли объектив Дафф. На дельту. Да, я согласен. Блять, убежали оба. Разлойно. We have taken objective butter. Ну как? Он меня падал заранее. Сука. Тебя забрали? Да он заранее у меня нравится. Я на год еду. Помогите с самолетом на Д. Блин, я на гольф уже тут хер знает сколько. Это мой Натан. Это уже мой. По-моему, даже при желании. Так, я их обоих заходим. Да, заходим. Удачи, я заметил сзади. Смотри, я пометил второй. Одного забрал. We have taken objective apples. Я сзади меня. У меня 16 хп, у меня тройки нет. Понял. Да, я вовремя слабый после. Вот как они там резко скажут, пожалуйста, на заднюю точку. Так все так трое разлеглись там четко. Но. We have lost objective apples. Bosch, da drüben. Он двое наш. We have lost objective Charlie. Aufpassen, feindlicher Soldat. О, да ладно, никогда. Мне вот только один с утра дали. Да, это все санкции. Видели это? Feindlicher Soldat, да. По набору фронтов. Мне дали на хемеригеле улитку на хуелиге. Пина? Хуй или риги? Давайте попробуем. Что за он? Пин? Не знаю, пин или пин. Но он синий, мат. Нет, он говёный. А, белый? Не, он синий, синий, да. Не знаю, у меня вот пин этот малокур на баре вообще нравится. У меня золотой. Не, мне малокур нравится. Я что-то не понимаю, что яйца нет. То у тебя он есть, а у кого-то нет. Вот, знаешь, вот чуваки бегают, у них на автомате с собой. Der Soldat, das ist ein Jerry!
А, ну да. А у меня нет. Тут как бы несправедливость. Капиталистическая. Я не вижу, что это дыра. Это банки консервные видят. Это деньги где-то. А как я только стал любить? Это супер, ну, просто лондон. И давай. И сюда засунь. Привет. Добро пожаловать. Привет. Что ли, выше? Ох ты, блядь, я меня зарубил. Он слышит, как все бесит, все не видит. Как я его не видел. А, что это там? We have taken objective butter. Обходит. Наверное. Одного на карту вижу пока. Блин. Одного видит, двое. Ай-яй-яй-яй. Кемперок, привет. Минус один. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Убивай, не убивай. А что ж тебе? Сзади, Серега. Даешь труп. О. We have lost objective Edward. Твоими хп нет, 12 хп. Это где же на карте не видно? А, собрали? Их двое. Подберем на Е. А я не отвечаю никогда. Я вот, я волю не вошлю. Полный подвал, короче. Угу. Блядь, не умер. We have taken objective apples. Бля, они... Ёб, ты чё такое? We have taken objective Edward. Там один. We have taken objective Charlie. Halfway there, we have the upper hand. We have lost objective Edward. Я же тебя скинул, ладно, ты это. Медики, ха-ха-ха, поднять. Ну, справа, походу, проходит. Пошли, пошли, пошли. Я скидывал лады. Я никогда не забываю ничего. Часто бьют скинуться. Но я скидывал 100%. Я не забываю. Сверху проходят свои старые. Вон он. У нас справа сейчас проходит. Да-да-да. Блин, у нас и патронов мало. Ой, блядь. Блин, не осталось. We
have lost objective Charlie. Да, караулим. Feindliches Flugzeug. We have lost objective apples. Добро пожаловать. Роман. Ой-ой-ой. Как туда прорваться? Ладно. Где мой миномет? Прочитай. Ох, не надо, красава. Двоих, да, забрал? Троих. Блять, огонь не наш. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Soldaten. Блин, они из-под моста заходят. Да-да-да, я... Так, я пробежал. Soldat gesichtet! Das ist ja noch breit. Команда не дает, успевай там сделать. Держись, браток. Ай! Блядь, я захватил свою колючку, блядь. Солдат, да drüben! Может, блядь, прошу тебя. Чтобы взяли. Блядь! Я не вижу, блядь, не вижу. We are losing objective Duff. Это мясо, блядь. Как граната парад. Метро. На Б. Много. Да там все минники. Почти. Помнишь? Дробовик. Дробовик? Ну, из 12 Г, которые. Знаю. Зато знаю, какой лучший из всех. We have taken objective Edward. Йо, блядь, на этих дробаханках. Да наели, блядь. Так, у нас домашка падает. Наели. Здорово, Руслан. Так, второй этаж. Return to the combat area. Я чисто. Да я берут. Бежать туда. Давай, это, народ, отпустите, привет. Ага. Привет, мы тоже планы. Мясо,
мясо, мясо, мясо. Мак, дружок, подожди, я патроны кину тебе, если ты мигаешь. Да, мне руки, да? У меня есть. Так, блин. Блин, я слева вам залезли. Ну ладно, надо справа попробовать. 5 секунд перейти. Flugzeug in Sichtweite! Блин, блин. Ребят, сейчас человек придет. Угу. Ну да, аккуратненько поздороваться. Аккуратненько. Ну, молодец, парень играет. Нет, играть не может. Что нет, познакомился. Ну такой, все нормально играет. Здорово. Привет. Привет. Да, привет, привет. Умри, блядь. Ооо, красавчик. Нихуя, блядь. Ты вывел себя, блядь. Выбегал, а там что-то, ну, гранат прилетела, блядь. Больше, чем у меня мало, все башке, блядь. Давай, Дэн, заходи. Захожу. Бля, пехота, давай, 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 блядь. У меня один хп, я держу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, это не хп, еще и успел убить, блядь. Обходят справа. По коридору выходят, я одного убил, я. Сейчас я нас убил. У меня один хп, я не могу сюда выйти. Сейчас, маленько. Сейчас я вылезу. Да, свой. Вижу, вылазит, да. Убил. Серега, я его убил. Эх, не убил. Не сильно. Да, вот так, спасибо. Ух, у меня патронов на всех не хватает. Я первый попробую, подожди. Я типа дай. Flugzeug da oben! Ай, Макс, я похожу на твои растяжки, смотри. Нет, я на следующий момент. Да, хорошо, смотри. Из нашего не заведомо. Ну, педал раз, блядь. Кто здесь? Патроны. Заберешь его? А, блядь. Ты стрелял по... Я убил по панельку банку. Звездного уме. Блять, все забрали прям под меня. We have taken objective Charlie. Почти патрончики. Бля, Серега, погоди меня. Ну, я нашел. Ой, блядь. Дэн, ты заходишь, нет? Да, я в очереди сижу. Нет,
Дать актив. We have lost objective Duff. An enemy behemoth is en route. We are winning. Серёг, ты такой вежливый, сказал, там, ты туда не залазил. Нет, знаете. О, блин, блядь, вот такой флэш, гранат огромный. Ты как так? Ни одной гранаты больше, чем он. Флэш огромный. An enemy behemoth has arrived. Bravo. Нормально. Угу. Это на чем? На... А, в смысле, там появились бомбочки? О, баня, вот, блядь. Нормально.